Поехали. Повнимательно, Андрей кидает хорошо. По крайней мере, часто. Здорово. Я говорю, внимательно, трёхи кидают. Гриша, ближе, ближе.
26-й первый фол не был. А, вот. Поплотнее, поплотнее. Не очень хорошая. А так поплотнее играют. Let's go.
Хоккей, когда был большинство на меньшинство. Да, да. Но! Вымучили. А пол вообще был? Да, там пол. Он стоял уже. Целый состав новичков, свежая кровь. Хорошо, пошли. Да, иди. Хорошо.
Молодец, Стас. Да что это, с реализацией. Молодец, Стас. Ах, да что ж вы. Да куда? Бросок. Бросок. Туда-сюда. А 3 секунды не считать? Хорошо. Да, осталось тяжело. Здорово. Что сейчас Вельцев сделает? Зачем? Молодец, со спиной отразил. Ни на кого не смотри. Убирай. Да. Да что же вы? Неравноценно поставили. У них 15-й ему хорошо играет, 25-й и 5-й.
Против 25-го нокаут помощнее. Секунды.